Россельхознадзор по Дагестану проверил ввоз более 9 тысяч тонн овощей и фруктов. Так, на склад временного хранения «Виадук» и железнодорожную станцию «Дербент» поступило почти 3 тысячи тонн овощей и 6,5 тонн фруктов. В ходе проведения карантинного контроля к ввозу на территорию республики были запрещены партия свежей зелени из Азербайджана, томатов, салата и перца из Ирана. В продуктах были выявлены карантинные вредные объекты томатной моли и цветочного трипса. Владельцы грузов привлечены к административной ответственности.